Подача штрафную, выходит Кадина, играет кулаками, Бускетс, можно бить. Рикошет очень приятный и полезный для Барселоны. Еще одна подача, Фабригас, 1-0. На 8-й минуте Барселона выходит вперед. Передача на Педро, и это пенальти. Педро, разбег, удар, гол, 2-0. Сеск Фабригас. Здесь вроде бы все получается как надо. И передача шикарная. Чуть-чуть не дотягивается до мяча партнер. Педро Родригес. Соперника поймать в офсайд. Бускетс, ох, какой пас! Матуя зачем же стал обрабатывать? А вот зачем, чтоб забил Лео Месси! 3-0! Ну вот теперь Барселона, я думаю, сполна удовлетворила свою публику, и победа крупная!